Мы наблюдали всплеск заражения коронавирусной инфекцией в начале-середине мая. Может ли это повториться? Есть ли вообще риски? Если да, то готовы ли мы к ним? На сегодняшний день, вот почему мы отменили карантинные меры? Вы же сами задали вопрос, то, что мы победили. Мы можем сказать, что на сегодняшний день мы победили. Это благодаря тому, что мы вакцинировались. Мы прошли ревакцинацию. И у нас есть на сегодняшний день коллективный иммунитет. После вакцинации прошло 6 месяцев. Обязательно призываем пройти ревакцинацию, потому что на сегодняшний день, вот видите, в соседних Китае ситуация ухудшилась, в России в связи с темпом роста стелса микрона.